Студотрядовцы тоже хвалятся качеством. Сегодня они поделились итогами прошедшего сезона и планами на предстоящий. Так, в ноябре 14-го на всероссийском слете, который проходил в Кремлевском дворце съездов и был посвящен 55-летию движения студотрядов, амичам вручили знамя лучшего окружного штаба страны. Сегодня в экономически тяжелых условиях студотрядовцы ставят задачу сохранить партнеров и накопленный опыт. И теперь стремятся к участию в возведении космодрома «Восточный». Это главная стройка страны, которую должны завершить к 2019 году. Впрочем, сегодня ребята хотят трудиться не только на просторах огромной страны вдали от дома, но и в своем городе, и в своей области. Очень бы хотелось принять участие на реконструкции улицы Ленина. Пока с этим у нас большой вопрос. Подрядчик считает, что студенческие отряды недостойны работать на этом объекте. Мы считаем, что в любом случае, как патриотическая, как воспитательная работа, на подсобных объектах должны работать амичи, а не только питерские бригады. И это со всех сторон не только воспитательные, ну и воспитательные, и в любом случае должны делать и руками амичей тоже, и руками молодежи, которая здесь должна дальше жить. Это вопрос, который мы поднимаем, будем поднимать, очень хотим работать на этих объектах.